Привет, я Джастин Лин из Mars Science Laboratory. Я расскажу вам о работе марсохода Curiosity Rover. Во время зимних праздников Curiosity был припаркован в месте под названием Grand Mouse House или бабушкин домик в заливе Yellowknife. Здесь Curiosity сделал серию снимков, чтобы воссоздать панораму окружающего ландшафта. Команда загрузила максимальное количество информации с Curiosity, чтобы освободить ее встроенное хранилище для будущих исследований. Перед Новым годом Curiosity уже был готов приступить к делу. Он начал с поездки длиной в 3 метра до интересного места под названием Snake River или Змеиная река. Со временем на всех камнях скопилась пыль, и под ней не видно различных интересных для нас расщелин, выступов и впадин. В этом месте команда выбрала камень, на котором был впервые опробован инструмент для удаления пыли. Этот прибор оснащен несколькими вращающимися металлическими щетками, благодаря которым мы можем исследовать особенности камня с помощью APXS и инструмента ChemCam. Одновременно наша команда ищет подходящий камень для опробования нашей ударно-вращательной дрели. Это очень увлекательное занятие, потому что мы будем впервые сверлить камень. Мы возьмем образец из глубоких слоев камня и перенесем их внутрь Curiosity для исследования с помощью научного оборудования. Я рассказал вам о работе марсохода Curiosity Rover. Смотрите наши следующие выпуски.